Дюк Ивановна. Плодовое дерево Дюк Ивановна обладает довольно хорошими декоративными свойствами, обусловленными густой, округлой разлогой кроны и кистями из крупных темно-красных плодов с глянцевым блеском. Очень красиво выглядит этот гибрид вишни и черешни, также и в период цветения, обильно усыпанный нежными, ароматными цветами. Дюк Ивановна устойчива к морозам и грибковым болезням, нетребовательная к почве, поэтому его можно высаживать на любых участках, главное – выбрать светлое место и обеспечить умеренный полив. И в таких условиях красивое плодовое дерево будет радовать щедрыми урожаями вкусных ягод и ярким внешним видом. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.